Ну так как? Будем переезжать в новый дом? Или будем капризничать? Чему же это капризничать? Я все законы знаю. Со мной надо по-хорошему. Ведь я с вами по-хорошему который день бьюсь. Все жильцы давно выехали, а вы одна остались, как заноза. Ну, вы меня, пожалуйста, не оскорбляйте. Какая я вам заноза? Я всю сознательную жизнь кассиршей работала. Со мной надо бережно обращаться. А то ведь, знаете, я и в редакцию сбегаю, и к депутату схожу, и письма напишу. Не знаю, знаю. Ходили к депутату, и на нас жалобы писали. И еще напишу. Ну, что же. И все вам говорят в один голос. Переезжайте в новый дом. Поймите же нас, ведь там нужно площадку очистить. Ведь вы одна все строительство задерживаете. Одна вы. Ведь еще подсуньте чего-нибудь такое мне неподходящее. Нет. Но ведь вы вот уж 5 комнат смотрели, и ни одна вам не нравится. А почему? Ведь вот, скажем, по адресу Кировский проспект, 56. Отличная комната. 18 метров, второй этаж. Чем плоха? Постой, постойте. Это дом, который из кусков делается, да? Блочный называется, да? Блочный. Ну, была, смотрела. Ну? Не поеду ни за что. Да ведь мы вам в кирпичном доме тоже предлагали. Вам тоже не понравилось? Постойте, где это? Где? А, бульвар Космонавтов. Вот. Была, смотрела. Ну? Телефона нет. Есть! Где? Есть телефон. Где? В коридоре. Общий. Нет, не только личный. Личный. Почему? Ну, потому что личный, как еду, сниму, а за общий платить надо. Нет, не поеду. Вот еще. Улица Колотушкина. 2А. Квартира 7. Солнечная комната, 4-й этаж, с балконом. С балконом? Не поеду. Почему? Ну, голова закрутится, упаду с балкона. Кто отвечать будет? Знаете что? Вы тут подумайте, решайте. Ищите мне подходящее что-нибудь, я другой раз зайду. Ладно. Что? Ладно. Куда ни шло. Отдельно. Однокомнатную квартиру. А? 1-й этаж. Нет, на первом не возьму. Жуликов боюсь. Ты возьмите. Возьмите, я вам однокомнатную квартиру предлагаю. Ради Бога, ради Христа, возьмите. Постойте, постойте, ванная есть? Есть. Ну, это хорошо, значит, будет в чем, значит, огурцы солить. Что? Впрочем, солить огурцы. Вы там одна жить будете. А это стены-то как, под краску или в обоих? В обои, в обои. Цветочками? Розочка. Теперь розочки не в моде, теперь, знаете, брызги в моде. Что? Магазины при доме есть? Есть. Все магазины. Ну вот, куда же я тогда ходить буду? Мне ж гулять надо, у меня склероз ног. Я больше не могу. Что вы от меня хотите? Так это вам лучше знать. Что вы от меня хотите? Так вы же меня вызвали, вы должны знать. Вы новый дом строите. Мне и в старом не дует, знаете. Вот. Они у меня к месту привыкли. Кто они? Кошечки. 5 их у меня, понимаете. Я не могу. Нет у меня сил с вами разговаривать. Нет у меня больше сил с вами разговаривать. Вызывайте неотложку, барышня. Вот. И зачем только таких нервных мужчин сажать на такую ответственную работу? Все жилы, понимаете, из меня вытянул. Безобразие. Thank you.